В отечественном Минздраве назвали возможные сроки очередного пика заражения COVID-19. По прогнозам специалистов, это может произойти в конце марта, начале апреля. Именно в этот период, по словам главы ведомства, в Казахстане сложится наиболее сложная эпидситуация. Он озвучил три сценария развития событий. По первому из них, оптимистичному, весной ожидается регистрация до 3000 случаев заражения в сутки. Тем не менее, введение жестких карантинных мер при данном сценарии не планируется. При реалистичном и пессимистичном сценариях ежедневная регистрация может достигнуть до 6 и 9 тысяч случаев соответственно, а занятость коечного фонда составит до 45 тысяч коек, то есть не превысит 52 тысячи коек, которые доступны для больных КВИ, но приведут к необходимости введения жестких карантинных мер.